Три человека погибли, как минимум семеро ранены в результате перестрелки в США в городе Новый Орлеан, штат Луизиана. Двое неизвестных открыли огонь по толпе. По сведениям полиции, они подошли к пострадавшим сзади и начали беспорядочно стрелять. Двое мужчин и женщина скончались на месте. Семерых раненых отвезли в районные больницы. Один человек в критическом состоянии. Мэр города заявил, что власть сделает все возможное, чтобы наказать виновных.